Официальное открытие нового, современного и просторного здания Успенского ДК после масштабной реконструкции еще не состоялось. Однако в нем уже собрались первые гости. Руководители учреждений культуры Одинцовского района приехали сюда на заседание ежемесячного совета директоров. Я очень рад, что сегодня собрали все мои коллеги сюда. Конечно, еще не было открытия, но оно уже как бы предоткрытие. И они все пришли, и у меня на душе, я даже не могу объяснить. Я вижу лица людей, которые я не увидел еще пока, кто завидует. Потому что многие коллеги мои понимают, как это все нелегко. Впервые собрание посетила исполняющая обязанности заместителя руководителя администрации Вера Стрельникова. На новой должности она совсем недавно, и первая встреча имеет для нее особое значение. В зале собрались люди, которые каждый день занимаются культурой. Каждый день занимаются культурой Одинцовского района. Я с большим уважением отношусь к гастролерам, которые приезжают провести праздник, а дальше они завтра в Перми, послезавтра там в Петербурге. Но им недорог наш конкретно Одинцовский район. Теперь самое важное задача этого собрания – наш будущий год планировать с учетом нашей собственной гордости. Мы обязательно пригласим и заезжих артистов, и гастролеров, но в помощь. Они основными организаторами. Отныне наша главная программа. Действовать будем мы. Как и предполагалось, встреча прошла в неформальной обстановке. Началась она со знакомства. В ранге заместителя главы, вернее, заместителя руководителя администрации появился новый человек, Вера Николаевна. Очень опытный человек в культуре. Это впервые. У нас никогда на таком высоком уровне, значит, не был человек в Одинцовском районе. Поэтому Андрею Робертовичу большое спасибо, что он сделал этот выбор. И давайте поздравим с избранием на такую почетную, значит, на такую почетную должность. Будем вам помогать всеми силами осуществлять все ваши идеи. Вера Николаевна, хотелось бы, если можно, потому что вы человек новый и... Если это удобно, попросить вас рассказать немного о себе. Я не буду рассказывать очень долго о себе. У меня есть определенный опыт в разных проектах. Я снимала кино, я делала большие фестивали, я проехала всю страну с федеральной программой «Где рождается искусство». Это высокое искусство, это Юрий Александрович Розум и другие наши ведущие педагоги и выдающиеся артисты, которые сейчас, в общем-то, передают вам приветы, поклоны, потому что они вашу подвижническую деятельность, конечно, как никто могут оценить. Вере Стрельниковой благодаря обаянию и профессионализму без труда удалось расположить к себе руководителей. На встрече обсуждалось множество вопросов, связанных с развитием культуры в районе. Каждый мог высказать свои идеи и предложения. Воспользовался этой возможностью и глава Успенского поселения Владимир Горяев. Подобные заседания будут проходить раз в месяц в домах культуры Одинцовского района. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».